Когда я выкладываю рецепт трайфла по какому-нибудь популярному вкусу, например, по шоколадке Сникерс или Твикс, мне кажется, что он точно последний, потому что, ну а что сделать еще? Кажется, что сделаны уже абсолютно все популярные вкусы шоколада. Но тут на помощь приходят подписчики и снова подсказывают новый вкус. Не знаю, догадались вы или нет, но в этот раз это вкус шоколадки Киткат. И полный рецепт будет уже в эту среду. И что-то мне подсказывает, что это не последний рецепт трайфла на канале.